Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. Кировская область попала в список лучших по расселению из ветхого и аварийного жилья. Фонд ЖКХ, как сообщает News.ru.com, выявил 5 регионов, где программа выполнена на 0%. В их число попали, например, Калмыкия и Ингушетия. В 14 из 28 регионов, где фонд провел проверку, программа расселения оказалась под угрозой срыва. В среднем по субъектам отставание составляет 300 тысяч квадратных метров. Между тем, в 7 регионах работы проводятся опережающими темпами. В их число наравне с Владимирской и Саратовской областями попала и Кировская область. Напомню, реализовать программу власти страны намерены до конца 2017 года. Дайджест недвижимости. Прокуратура защитила жилищные права многодетной семьи. Проверку исполнения федеральной целевой программы «Социальное развитие села» до 2012 года организовала прокуратура Зуевского района. В ходе нее было установлено, что многодетной семье в рамках этой программы были выделены средства на строительство дома. После этого был заключен договор с подрядной организацией, которая должна была построить жилье семье до декабря 2011 года. Однако строительные работы до сих пор не завершены, не выполнены установки горячего и холодного водоснабжения, отопительных конструкций и другие виды работ. Прокуроры выяснили, что строительство было остановлено из-за прекращения финансирования. Его, в свою очередь, должен был вести сельхозкооператив. Суд удовлетворил требования прокурора обязать подрядную организацию завершить работы, а СПК профинансировать их. Дайджест недвижимости. По данным информационного агентства Роснет.ру, в апреле средний минимум квадратного метра на вторичном рынке составил 40 593 рубля, максимум 64 216 рублей. Самой дешевой сделкой в прошлом месяце стала продажа малосемейки на улице Крутикова за 770 тысяч рублей. Самой дорогой квартиры за 15 миллионов 300 тысяч рублей. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.